Здравствуйте, зрители! Леон Вейнштейн, политолог, журналист, писатель и прочее в эфире с Народной газеты. Леон, здравствуйте! Добрый день! Начнем, наверное, вот мы с какого вопроса. Одна зрительница Народной газеты, Татьяна Шавырина, убежденная патриотка России, она написала, вот Леон Вейнштейн, живущий столько времени за пределами России, имеет ли он право и может ли он объективно оценивать происходящее? Ну, поскольку вот уже 2 недели и я живу за пределами России, этот ее вопрос в равной степени относится и ко мне, даже в большей степени, поскольку мой переезд сильно эту женщину огорчил. Я вас слушаю. Ну, добрый день, дорогие слушатели и зрители, и добрый день, дорогая спрашивающая. Значит, смотря, давайте попробую ответить на ваш вопрос. Он совершенно законен, правилен, и, наверное, должен вызывать, так сказать, этот вопрос должен вызывать, так сказать, в уме некие сомнения в том, что действительно. Значит, смотря что понимать под понимает ли, разбирается ли в действительности. Есть как бы две действительности. Одна – это сиюминутное, то, что происходит, скажем, политические игры, кланы, какие-то движения, выборы, связанные с новыми законами, которые там принимаются, не принимаются, на что они влияют в данный момент. Конечно, нет. Естественно, надо жить в этом пространстве. Надо читать газеты, надо слушать других, надо продумывать, надо слушать выступления самих людей и тому подобное. Чего я, естественно, как вы понимаете, я надеюсь, вы понимаете, не делаю, потому что основное, это, чем я занимаюсь, это Соединенные Штаты Америки и связи Америки с другими странами. Но есть какие-то вещи, которые видны лучше издалека. Вот есть такая народная пословица, да, за тремя соснами, там, так сказать, не видишь леса. И хотя люди, которые находятся, и, так сказать, в России, да, или в Соединенных Штатах Америки, считают, что если ты, если они внутри, то они лучше видят и общую картину тоже, то это не совсем так. Очень часто тенденции, почему что-то происходит, не внутри страны, а влияние этого на какие-то внешние отношения, мнение других стран, действия других стран, которые вам не рассказываются, причины, почему, скажем, Америка, ну, лидер мировой, да, делает какие-то вещи или не делает какие-то вещи, понятнее нам издалека, чем вам вблизи. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Да, большое видится на расстоянии, как сказал поэт. Вот. А вы именно показываете какие-то глобальные, серьезные вещи. Вот зритель Ирар спрашивает, уточните у Леона, почему он так сильно топит за Трампа, ведь Трамп находится в процедуре импичмента, и еще в его речах много пропутинских месседжей. Ну, давайте начнем со второй части этого вопроса. В его речах много пропутинских. Дело в том, что вы не знаете, но он одновременно, и кроме Путина, он еще говорит о, значит, северокитайском кошмарном людоеде Киме. Он говорит, что он отличный парень, показывает большой палец, хлопает его по спине и говорит, что они прекрасно друг друга понимают. Когда он, значит, разговаривает и упоминает что-то, связанное с Китаем, он обязательно, значит, тому руководителю Китая, который в данный момент им руководит, он, значит, говорит, что они так хорошо поговорили, они, ну, тот так хочет договориться, и тот так хочет вот все сделать правильно, ну, вот, ну, там всякие мелочи остались, но абсолютно, он потрясающий парень, великолепный и тому подобное. Значит, знаете, тенденция есть. Единственное, про кого он еще не говорил, это про мул, ни про каких в Иране. Он просто с ними не встречался. Если бы он с ними встречался, он бы говорил все то же самое. Дело в том, что, как вы думаете, лучше вести переговоры с врагом, да? А всем понятно, что Путин враг. А всем понятно, что Китай находится на вражеских позициях сегодня, и что Северная Корея — это просто кошмар и тихий ужас, да? Значит, как лучше вести переговоры? Скажем, если
это произойдет следующим образом. Ах, он сволочь, он такой плохой, он ужасный, он кошмарный, я его ненавижу, мы все его... А потом прийти и участвовать. И говорит, он классный парень. А потом сидит на переговорках и требует, тихонечко требует свое. Да? Я думаю, что это просто, просто понятно. Вот Путин такой же прекрасный парень, как, значит, этот самый китайский и как северокорейский. Абсолютно такой же прекрасный. Теперь переходя к, значит, другой части вопроса. Вот, я думаю, что сравнение будет такое странное чуть-чуть. Значит, вот есть солнце, да? Вы смотрите на солнце, у вас глаза болят, вы не можете, вы должны закрывать их, они слезятся и тому подобное. Потом вы закрываете солнце рукой, чтобы не... и смотрите вокруг. Значит, трава растет, да? Тепло. Ну и тому подобное. Хорошо. То есть, если смотришь на солнце, слепит неприятное, а смотришь на результаты работы солнца, и вроде бы, так сказать, оно положительное, правильно, да? Вот я еще раз извиняюсь за сравнение, у меня просто никаких других идей, так сказать, в этот момент не возникло, но вот с Трампом. Значит, смотришь на Трампа, он какие-то там твиты делает, что-то говорит, там что-то еще, что-то обещает, кому-то угрожает, да. Значит, тебе может нравиться или не нравится? Мы очень часто только через месяц, через два, через три начинаем понимать, зачем он что-то сделал. Он человек талантливый, он как шахматист, он вперед простраивает, там 15-16 ходов вперед с реакциями. Вот закройте вот это его и посмотрите вокруг. У нас никогда не было такой безработицы низкой, как при Трампе. У нас черные в городах, внутри городов, черные, имею в виду афроамериканцы, да, у них всегда безумно высокая безработица. Такой, как сейчас безработицы, низкой, не было никогда в истории Соединенных Штатов Америки у живущих, у, так сказать, чернокожих, живущих в Америке. У женщины есть такое количество бизнесов женщины открывают при Трампе, сколько не было никогда в жизни. Значит, у нас мы тратили обычно 600 миллиардов долларов на закупку энергии, то есть ресурсов энергетических. Мы перестали их тратить. То есть мы их тратим, но тратим это внутри страны. Мы не аятоллам отсылаем деньги, не Венесуэла. Почему, думаете, Венесуэла загнулась? Потому что мы развили свою газовую и нефтепромышленность, которую не Клинтон, которому, очевидно, почему-то не надо было это делать, или ему кто-то говорил, не делай этого, он этим соглашался. Не Обама, хотя 8 лет просидел, да, не сделали этого. При Трампе мы начинаем вывозить из страны, экспортировать газ, уже, если вы знаете, в Польшу, да, в 30... Вчера было интервью с Перри, с министром энергетики. Он сказал, что мы начали вывозить газ в 32 страны. Вы понимаете, что это такое? Вы понимаете, что сейчас Россия не сможет поднять цены на свой газ? А знаете почему? Потому что у газ сжиженный американский немножко дороже, чем российский. Они чуть-чуть поднимут свои цены. И что будет? А перестанут люди у них покупать, начнут покупать американцев, которые будут получать через Польшу там, или Германию, где мы построили порт приема. То есть я могу продолжать, у нас при Обаме 70 тысяч компаний закрылось и переехало в Китай там, или в Малайзию там, или куда-то еще. Да? При Трампе уже 30 тысяч вернулось обратно. Вы знаете, что Китай за время Трампа потерял 5,2 миллиона работ. А вы знаете, сколько работ организовалось в Америке рабочих мест при Трампе? 6 миллионов. Мы перетащили из Китая 5,2 миллиона рабочих мест. Хотя все предыдущие президенты говорили, что это невозможно, там дешевые рабочие. Выяснилось, что возможно. И это есть политика нашего президента. Поэтому, господа, извиняюсь, да, импичмента, нету никакого импичмента. Ну, вы там сидите снаружи, вы ничего не понимаете. Вот это как ситуация, когда я говорю про Украину внутри или про Россию. Ничего не понимаю, что там внутри происходит, в котле. Я вижу тенденции. Вы не понимаете, что у нас происходит. Но не собираются. Импичмент сделать невозможно. То есть, если... Хорошо. Значит, импичмент, на самом деле, это две... части процедуры. Первая часть процедуры собирается Конгресс, и 51% голосов решает, что надо Конгрессу передать просьбу выгнать президента. Это называется импичмент. Значит, после этого Конгресс посылает своих юристов в Сенат, президент посылает своих юристов в Сенат, а Сенат
играет роль судьи. И там надо не 51%, там надо 2/3 голосов. Но все знают, что они не наберут в Сенате 2/3 голосов. А если все знают, зачем тогда делают, да? То есть, я не хочу сейчас углубляться в это наши внутренние дела. Но вот поверьте мне, что не для того, чтобы... Они не могут выгнать президента. Поэтому заниматься этим за год до выборов в ноябре следующего года президента, это не для того, чтобы его выгнать, а для того, чобы как можно больше грязи на него набросать, на стенку бросаю макароны липкие, да, а вот что-нибудь прилипнет. Вот абсолютно та же самая история. Так что не обращайте на это внимания. Леон, вот если бы вы рассказали нечто подобное про Владимира Путина, все российские СМИ, они бы кричали: «О, наш Путин опять всех переиграл». Получается, что и Трамп всех переиграл, и я рада за Америку, рада за президента вашего и за то, что вы изначально, в общем-то, здравую позицию занимаете. Я должен вклиниться, я извиняюсь. Трамп жутко расстроен. То есть он говорит: давайте, пошли в Сенат, пойдем разбираться, я вам там все покажу и докажу. Но переиграл. Трамп очень прагматичный человек, и это, наверное, один из немногих президентов, которых в каком-то смысле Америка до того, как он сам, да. Значит, Трамп имеет несколько миллиардов долларов, и в отличие от Гора, вице-президента, который ушел, и сейчас у него было ноль денег, когда он ушел с вице-президентом. Сейчас у него 200 миллионов. Не спрашивайте как. Значит, Клинтоны, когда они ушли из Белого дома, у них было там 2 миллиона, да? Сейчас у них 200 миллионов. И тому подобное. Все те, кто приходил, потом за те услуги, которые они кому-то делали, получали. Ну вот тот же самый Клинтон полетел в Россию, в Москву, где ему за 40 минут якобы разговора в каком-то банке дали 750 тысяч долларов. Нормально, да? А, значит, ну и тому подобное. Я не хочу углубляться в это дело. И вот Трамп — это, пожалуй, первый президент, который не рассчитывает на то, что после того, как он понаделает всяким людям одолжений, он уйдет, и ему начнут платить за это деньги, как всем остальным. У нас в этом смысле гениальный президент. Так вот, чего я это все рассказываю? Он жутко расстроен, что ему не дают реформировать страну. Потому что он то, что смог один, без Конгресса, он сделал. Но ему нужен Конгресс для того, чтобы... Потому что у нас такая система управления. Он не может самостийно что-то менять, как Путин может делать. Путин приказывает Думе, она там голосует. Да? Здесь так не работает. Леон, давайте все-таки ближе к нашим российским событиям. Да? Вот популярная российская телеведущая Маргарита Симоньян заявила на днях, что российское ТВ вымирает со скоростью 1 000 000 телезрителей в год. И что все телезрители перекочевывают в интернет. И вот что, на ваш взгляд, интернет – это не подконтрольное пространство путинскому режиму или все же подконтрольное? Извините, она сказала, российская или американская вымирает? Не российская, мы про Россию говорим сейчас. Как у вас в Америке, я откуда знаю? Да. Окей, я не знал, что Симоньян популярная, кстати. А куда деваться, да? Не, я не знал просто, да. Значит, ну, она права. Дело в том, что, я не знаю, в России, я опять поэтому и спросил, я не знаю, переходит Россия, не переходит, у меня статистики этой нет, но по миру, по западному, должен сказать, по Америке, да, что я не знаю ни одного молодого человека, которому меньше 30, кто бы имел дома телевизор. То есть телевидение... Это вообще всемирная уже, да, такая тенденция, да? Ну, вот у меня внуку 21 год. Он живет один, он программист, серьезный очень, так сказать, давно сам и хорошо очень зарабатывает, думаю, больше, чем я. Значит, он снял себе домик. И мы приехали, мы говорим: где телевизор? Он говорит: зачем мне телевизор, говорит. У нас еще висят большие телеэкраны, но они уже то, что называется Smart TV, и там... есть там Netflix и там всякие тому подобное, фильмы, кино, да? Хочешь новости, можешь новости посмотреть. Но зачем их смотреть в то время, когда они хотят их показывать? Я могу смотреть новости в тот момент, когда я хочу их смотреть. Точка. Я, может быть, полезу на тот же Fox, на тот же CNN, там что-то еще. Но я посмотрю, какие программы меня интересуют, и я посмотрю их после того, как они уже в отстойнике, и до свидания.
Да, это все понятно, что тенденция понятна. Вот смотрите, вы же все равно много бываете в русском сегменте YouTube, да, наверное, просматриваете все-таки в курсе событий. И вот у нас на YouTube, как мыльные пузыри, вырастают какие-то мутные народные лидеры. Николай Платошкин, слышали, надеюсь, о таком, да, или нет? Нет. О, понятно. А, ну вот появился год или около этого назад, да, ни харизмы, ни внятной идеологии, никакой ни о чем. Чудесным образом завоевал интернет-пространство, и сейчас его главная тема к россиянам – не бузите, не спешитесь, дождитесь 2024 года, я сам пойду на президентские выборы, я всех победю, я стану вашим президентом. Валерий Соловей, тот тоже, в общем-то, из... он вышедший, как говорится, из МГИМО, это самая ФСБшная, вроде бы, как говорится, кузница кадров. Нет, самая ФСБшная – это Патрис Лумумба, МГИМО второй. Ну, в призерах, будем так говорить, МГИМО, да? И вдруг он такой, знаете, оппозиционер, у него программа из 9 пунктов. Первый пункт гласит, немедленно убираем всю кремлевскую верхушку, да, и тогда все остальные 8 пунктов автоматически выполняются. А я к чему? В стране, где есть диктатура, настоящая эта оппозиция возможна, или это все игрушечные надувные куклы? Ну, нет, настоящая оппозиция невозможна. Значит, всегда, опять же, очень сложно смотреть сблизи, поэтому давайте отойдем подальше. Вот вы давайте подумайте, при Сталине оппозиция могла существовать, да? Ну, не могла. Значит, при Пол-Поте могла? Не могла. При Чаушеску могла? Не могла. Значит, ну, при Гитлере могла? Не могла. То есть могли быть разные фракции там внутри Рейхстага или внутри Кремля, да, кто-то там тянул за больше, чем это или это, больше свободы дать, больше там этого, меньше этого, кто-то просто боролся за свое место, так сказать, под солнце против какой-то другой группировки. Но нет, конечно, все, так сказать, два варианта бывает. Первое, возникает какой-то человек или люди, которые с точки зрения, там, ну, для меня это КГБ, там, вы называете это ФСБ, сейчас по-другому, да, для этих людей это не страшно, то есть они там оценивают и решают, что пока он не перешел там границу, там, не знаю, там, 500 000 подписчиков, там, например, да, там, или что-то еще, или там, пока он там не вывел на улице больше, чем 100 человек, так сказать, давать ему... Как в Советском Союзе было, так сказать, да, всегда в президиуме должен был быть один еврей и одна блондинка. Вот, значит, пока это один еврей и одна блондинка, никто не обращает внимания. Как только это переходит какие-то границы, тогда либо, так сказать, этого человека пытаются завербовать, либо засовывают ему туда кого-то, кто начинает, так сказать, дергать за ниточки, либо просто убирают каким-то образом, не обязательно физически, просто не дают возможности там... Ну, вот, например, у меня скручивают постоянно количество зрителей, которые смотрят, да. Я знаю точно, что у меня на YouTube в 10-20 раз больше зрителей на одно и то же видео, чем на Фейсбуке. Ну, по целому ряду причин. И когда я вижу, что у меня на Фейсбуке 10 тысяч просмотров, это они должны быть 100-200 тысяч на YouTube, а у меня на YouTube 3 тысячи просмотров, и при этом 4,5 тысячи лайков, да, вот, то я понимаю, что мне кто-то это скручивает. Значит, это самый мелкий способ, да, там, самый крутой способ, это просто, так сказать, начать делать так, чтобы человек сам убежал за границу, правильно? Вот. Или самый крайний способ, просто, так сказать, посадить за что-нибудь там, за, ну, всегда можно, как говорил там, уж не помню, кто говорил в Советском Союзе, но был бы человек, а дело найдется. Да? Значит, уже другой вариант, это просто организовать, так сказать, этого оппозиционера. И уже с этой помощью этого оппозиционера что-то такое делать, чего им нравится, хочется и прочее. Вопрос всегда заключается только в одном. Это играет верховная власть или это играют кланы один против другого? Да. Ну вот про Платошкина нашего Иван Ветров пишет, как я вчера написал, Платошкин дебил, народного лидера из него никогда не выйдет. А вот Ирина Мельникова, постоянная зрительница, смотрите, какой классный сделала вам комплимент.
А доброе слово и кошке приятно пишет. Трамп классный, но Трамп следующий по классности после Леона, потому что Леон ей больше нравится. Вау! Моей жене тоже больше нравится. Хорошо же сказано, да? Ладно, вот посмотрите, да, Леон, возможен ли в Кремле, на ваш взгляд, переворот? Сейчас много таких разговоров на эту тему. И не готовит ли такой переворот, например, Сергей Кужегетович? Сразу же хочу сказать, что еще раз, что я не внутриклановый человек. Я могу и снаружи пытаться, так сказать, если меня это заинтересует почему-то, пытаться понять, кто с кем, кто против кого воюет. Значит, во-первых, в путинской России безумно сложно сделать переворот, потому что если раньше можно было разговаривать, ну, скажем, лично, посылать какие-то депеши друг другу, там, и тому понятно, встречаться там как-то и общаться, то сейчас вот те люди, которые теоретически могут сделать переворот, они под колпаком, и под колпаком таким, при котором, вы знаете, надеюсь, знаете, что ваш телефон, который у вас в кармане, он даже если вы его полностью выключите, все равно дает возможность слушать, что вы говорите. Значит, телевизоры все, которые сегодня есть у нас, вот эти Smart TV, они дают возможность, только утюги пока не дают возможность вас слушать. Теперь второе, естественно, за каждым из них и внутри их ведомств, и снаружи их ведомств идет слежка. Таких людей всего там, на одной руке можно посчитать, скажем, 20, допустим, да. То есть это достаточно легко организовать круглосуточную 24 часа, так сказать, тому подобное, слежку за этими людьми. Тем не менее, возможен ли такой переворот? Да, возможен. Но очень отдаленная возможность. Скорее, я бы сказал, будет разыгрываться какой-то, если будет разыгрываться, будет разыгрываться какой-то вариант псевдопереворота, где двойника Путина находит там с пулей во лбу или что-то еще такое. Никто не проверяет по зубам, это Путин или не Путин. Значит, всем заявляют, что проверка прошла, это Путин. Вот, так сказать, вот победившие. А они это сделали для того, чтобы там, я не знаю, там, уйти из Украины или поменять курс, или там что-нибудь еще такое. Ну, для того, чтобы получить от Запада, чего Запад. Основное, что сейчас нужно от Запада, это нефтебурильное оборудование, потому что в середине 2021 года где-то на порядка 40% снизится добыча российской нефти, а оборудование, которое для глубинной нефти нужно у России, нету. И песчаники они не умеют делать. Только в двух странах, по большому счету, умеют это делать, в Канаде и в Америке, но Трамп запрещает продавать на России, показывать, обучать и тому подобное. То есть плохой Трамп, хороший для Путина Трамп, плохой, запрещает Путину делать то, что единственное может спасти, так сказать, его режим. Вы знаете, кстати, почему вам стали завозить мусор ядерный из Европы? А очень простая причина. Это очень дорогое дело хранить, везти и хранить мусор и охранять его. И это просто то, что придумали в Кремле, чтобы заместить вот этот самый кошмар, который произойдет в 2021 году, когда у них грохнется 40%. Знаешь, что такое 40% нефти? Это порядка, наверное, 30% экспорта. Нефтегаз – это основной экспорт. Да, 70% экспорта составляют нефтегаз российский. Плюс еще там 10-15% вооружения, если не ошибаюсь. Да. И то за него там, когда они получают денег. Вывезли в Африку вооружение на 20 миллиардов, денег не получили, простили, и сейчас заключают новые договора по поставке вооружения. Значит, те простили, потому что у них нет платить, но сейчас будем поставлять еще туда же. Гениальный ход совершенно. Леон, вот недели три назад, да, вы на своем канале уже рассматривали вариант с Сергеем Шойгу. И вот зритель Фред Созинов вам ответил, Шойгу – это прикормленный, прирученный министр обороны, это собутыльник и партнер по команде, иногда, как в этом случае, исполняет роль мальчика для битья, кремлевский громотвод для Путина, во всяком случае, он никак не претендент на президентское кресло, иначе бы его давно бы убрали уколом зонтика. И все-таки, вот, Леон, давайте вот такой вариант рассмотрим. Стал, неважно, по договоренности или каким-то другим способом, Шойгу президентом России. Что может ждать Россию при таком президенте? Я думаю,
хотя, так сказать, у меня нет никаких особых оснований, но вот как-то у меня есть какое-то такое странное ощущение, что, во-первых, до нас в Америке доносились всякие слухи, что единственный человек, который серьезно препятствовал заходу и войне в Украине, был как раз, значит, Шойгу. Даже так. Хотя... Даже так, да? Не могу, что называется, гарантировать, но как бы вот в околополитических кругах такие слухи ходили. Это не означает, что он хороший или там плохой, это означает, что он просто более здравомыслящий, чем там что-то, да? То есть, может, это просто просчитал на два хода дальше, чем просчитали те, кто уговаривал Путина туда войти. Ну, план входа в Украину существовал много лет, его еще Иванов подготовил, насколько, опять же, мы знаем. Иванов, не знаю точно, который был министром обороны. Значит, вот давайте мы чуть-чуть шире глянем на этот вопрос, о котором вы говорите. Кто, в принципе, может заменить Путина на этой должности, либо в результате такого якобы организованного, так сказать, вот, мятежа, не знаю, бунта, да, внутри дворцового переворота, либо в результате там, ухода Путина под какие-то гарантии, я не знаю, эсминцев, миноносцев, так сказать, ему дают, так сказать, он себе оставляет, не знаю, там, половину денег, которые, так сказать, наворованы и вывезены за границу, половину отдает преемнику, и за это, так сказать, власть его потом, так сказать, не трогает. Да? Значит, кто это может быть? Таких фигур, я думаю, что вы лучше меня насчитаете по пальцам. Ну вот, например, представим себе Навальный. Да? Ну, Навальный, с моей точки зрения, создан, может быть, даже не самой центральной властью, а одной из группировок, потому что он все время, его удары все время шли в сторону Медведева-Усманова. Которые из-за этого я и решил, что они в каком-то смысле вместе, может быть, вынуждены, да, но все остальное, практически все остальное за небольшим, скажем, исключением всяких высказываний, все делалось, так сказать, либо с людьми, которые связаны вот с этой двойкой, либо с людьми, которые, так сказать, там, под ними каким-то образом там, и тому подобное. Это иногда в сторону шло. Значит, представим себе Навальный, да? Я был бы в ужасе от этого, просто в ужасе, потому что... Ну а почему? Говорят же, он ставленник Запада, ставленник Америки. Ну, как вы думаете, неужели он жил бы спокойной жизнью в России и делал бы то, что он делает, если бы он был не работал бы... Опять же, сейчас разозлятся 3/4 ваших зрителей. Господа, извините меня, Да, это я знаю, эту фигуру опасно. Собственное мнение есть. Я искренне верю, что, Леша, вы его любите, его искренне верю, что вы считаете... Но я считаю другое, вот и все. Значит, и пока что никто меня не переубедил. Вот, судя по тому, что он говорит, Крым наш, ни шагу назад, это неразменная монета, в Грузию ничего отдавать не собирается, никаких границ он не менять не собирается, и т.д. и т.п. Я вот смотрел как, на его интервью с Собчак, с Ксенией, сразу должен сказать, что у меня к Ксении, значит, есть некая личная приязнь, потому что я знал ее, когда она была девочкой совсем еще, 9-10. Вот. Поэтому, значит, кто не сказал там, ага, он там с Собчаком дружил, там, Ксения защищает. Вот. Я про Собчака написал рассказ, который не очень понравился ни ему, ни люди, ни Ксении. Значит, что я хотел сказать, что он произвел на меня, Навальный, кошмарное впечатление. Мне кажется, что это хуже, чем Путин. Вот мне так кажется. Мне кажется, что он фюрер. Мне кажется, что это что-то совершенно за гранью. То есть его бы я не хотел, да. Значит, второй вариант, это, я так понимаю, серый кардинал, я думаю, товарищ Иванов, да, который был министром обороны. Который потом, совершенно значит, не на слуху, но ведь и Путин был совершенно не на слуху. Путина выдернули. Путин, так сказать, Иванов, конечно, на слуху. Он на слуху там, где надо. Где надо, да? Это другое вот. Дело. Да. Министр экологии, там председатель того, председатель сего, и, между прочим, генерал-полковник КГБ. Да? То есть
не как Путин, который был подполковником, а генерал-полковник КГБ. А, то есть он вырос серьезно там в рангах, что что-то он очень правильно и очень хорошо с точки зрения КГБ делал. Да? Вот. А не хотелось бы, потому что это продолжение правления КГБ. Даже если они будут делать вид, что это все равно железными руками хватать, так сказать, эту самую. А чтобы не уходить далеко от вашего вопроса, значит, вот Сергей Кожегутович, за Шойгу. А, я думаю, что, что бы он там ни думал, как бы он там ни выпивал, по-моему, он, так сказать, по выпивке приятель Путина, и там, так сказать, вполне возможно, что у них куча общих дел, там они оба любят охотиться, оба любят ходить полуголые, скакать по лошадям или что-то еще. Но я думаю, что он один из тех людей, который сделал бы то, что Запад хочет, чтобы сделала Россия. А именно, ушел бы, про Крым не знаю, но про Украину, думаю, что он ушел бы, скорее всего, из Украины. Как-нибудь так ушел бы из Украины. Думаю, что значит, с Грузией бы решились всякие вещи. Он все-таки человек меньшинств. А, я думаю, что, скорее всего, децентрализовалось бы, судя по тому, как он руководил армией, я понимаю, что, так сказать, не он начал эти реформы, которые все привели, это все мы знаем, да, но он их не порушил, он их продолжил. Я думаю, что он бы значительно больше устроил Запад, чем вот все те люди, о которых мы до того говорили, и чем Путин. И, по крайней мере, были бы сняты те эмбарго и те санкции, которые накладывала Европа и особенно Америка на Россию. Думаю, что России было бы дано оборудование, о котором, так сказать, им необходимо мечтать нефтяное. Но какие-то были бы условия поставлены, типа того, что вы отдаете возможность бизнесу развиваться, хотя бы идете по китайской модели. Вот. Так что вот из этих, скажем, троих, мне кажется, значит, и при этом я отчетливо понимаю, что ГРУ теоретически находится в его ведении, и ГРУ очень много такого делало, что, по крайней мере, мы думаем так, что это ГРУ, никаких доказательств нету, да? Ну, или, так сказать, предполагаем, или нам скормили какую-то информацию о том, что это ГРУ. Я думаю, что теракты в Англии тоже закончились бы. Вот что я думаю. Да. Ну вот слушайте, я все ваших смотрю обычно ваши эфиры, правда, в записи, и очень с интересом читаю, что пишут ваши зрители, да? Вот Марк Елизаров вам написал, что ваша версия о двойнике Путина с пулей в башке критики не выдерживает, что контора спецслужба предпочитает делать что-то более простое, но с большей, как говорится, гарантией успеха. Вообще, Леон, упорные разговоры о двойниках не являются ли конспирологией? Может, и нет никаких двойников, там, тройников? Ну, я бы очень удивился, кстати. Иметь двойников очень удобно. Ну, есть, знаете, нас никогда не поражало, что, ну, скажем, так сказать, президент России находит огромное количество времени стоять на совершенно бессмысленных каких-то, так сказать, там парадах, встречах, говорить совершенно бессмысленные речи, целовать младенцев и тому подобное. Хотя такое огромное количество дел. Ну, естественно, нужно иметь... На Западе просто это не проканает, да? Так сказать, в России, в странах Востока оно канает, потому что тебе не дают подойти слишком близко к этому человеку. А, конечно, надо создавать двойников, и, конечно, надо посылать им по всяким местам, где, ну, во-первых, там, а вдруг стрелять начнут, да, зачем, так сказать, самому ехать или что-то еще. Но для того, чтобы, по крайней мере, для того, чтобы вот эти дурацкие всякие, там, 70% времени у лидеров мировых занимается, называется, целование детей в попу. Ну, зачем этим заниматься действительному президенту страны? Это же бред. Так что двойники, конечно, есть. А какую функцию они играют, это я не знаю. То есть, вот этого мальчика, которого в животик целуют, вы считаете, это не сам Владимир Владимирович, а его двойник такой совершил? Я не знаю про конкретные вещи.
Может, этого мальчика целовал Путин. Я говорю вообще о том, что, ну, конечно, надо. Вы помните знаменитый фильм американский, когда, значит, президент берет, так сказать, двойника, едет к бабе, так сказать, там становится плохо, и этот двойник, значит, становится на какое-то время президентом. Так сказать, как бы марионеткой. Да. Чудный сегодня фильм, милый. Но вот вам пример того, что, так сказать, находят человек, который похож издалека, пусть он там помашет рукой, проедет в автомобиле, а в это время президент займется тем, что важно в стране. Например, поедет к любовнице. Вот, Леон, у нас же сейчас приняли закон об иностранных агентах. Вот я сейчас общаюсь, разговариваю с вами, я действую как иностранный агент. В общем-то, клейма на мне уже ставить негде, между прочим, да? Вот куда пойдет, значит, развитие истории, можно сказать, российской после принятия такого закона? Ну, вы знаете, мы же знаем, нам не нужно придумывать ничего. Мы знаем 37 раз, я считал когда-то, может, оно уже изменилось, эта цифра, но 37 раз страны, более-менее благополучные там, или там, в каком-то там состоянии, в котором они были, принимали решение идти в сторону изма, значит, социализма, фашизма, нацизма, называйте как хотите. Значит, и все эти 37 раз это кошмарно, плачевно заканчивалось. И заканчивалось оно тем, что, так сказать, во-первых, так сказать, вот посмотрите на Венесуэлу, там, посмотрите там на ряд других стран, на Кубу там и тому подобное, да. Вот. Значит, во-первых, мы видим обнищание общества. Во-вторых, мы видим, что обязательства и обещания, которые дали народу, те, кто их выбирал, они не могли выполнять. Народ начинал каким-то образом там требовать или там нервничать по этому поводу. И начинали все больше и больше и больше зажимать свободу. И эта свобода приводила, не свобода приводила к одному четкому. Если у вас, так сказать, у вас такая диктатура с выборочным наказанием, да, так сказать, вот, да. А это приводило к всегда приводило к массовому притеснению населения, к гулагам, к тюрьмам, к убийствам, да, и т.д. и т.п. Вы по дороге, ребята, вы уже нет, вы уже в Армении. Но Россия, с моей точки зрения, очень уже прошла уже, так сказать, здоровую часть пути по дороге от диктатуры к тирании. Это вроде одно и то же, но страшнее. Да, очень так интересно. Вот тут пишет у нас зритель, да? Один Эдвард Дантес, а он пишет: «Все будет просто. Путин примет монашеский постриг и станет патриархом». Ну, тоже красивый ход, слишком красивый. Чтобы быть правдой, думаю. Да? Да, патриархов тоже убирают, ну, так сказать. Да. А вот, кстати, по поводу патриарха Кирилла. Очень настойчиво уже который год идет информация о необыкновенной похожести нашего патриарха с покойным Япончиком. Знаете вы такого, да? Извиняюсь, не знал, что он похож. Да вот вылитое одно лицо вот покойным Япончиком. Это уже совсем конспирологическая версия, да? Ну, кто-то мог быть чьим-то сыном, почему нет? Да при чем тут сын-то? Угу. Или братом, или сыном, я не знаю. Да, и вот еще хочется сказать, ну, смотрите, Леон, по поводу действий России. Мы такие боевые, мы вон Алеппо уже то ли шестой, то ли седьмой раз взяли подряд, да? Наши парни боевые прекрасно себя в Сирии показали, кому голову отрезали, кому там что такие вещи. Как смотрится Россия в связи с этим? Вот из Америки хотя бы. Я прошу прощения, я не совсем понял вопрос. Как расценивается сила армии? Или как действие, как поведение России? Дело в том, что наши российские боевики
мало чем отличаются от террористов в своих действиях. Это вот мы, я, например, Смотрите, я понял вопрос, да. Дело в том, что Россия и Иран в глазах мира, ну, под миром я имею в виду западный мир, естественно, да, расценивалось как те, кто самые большие спонсоры терроризма, которые дают им деньги, которые обучают их, которые придумывают им, как им действовать, и которые дают им то, что называется logistics, да, то есть, так сказать, как делать операции, какие операции. То есть добавилось к этому только то, что точно так же, как, скажем, ИГИЛ отрезал голову, пытал людей, вырезал им на спине там чего-то, вспарывал женщинам животы, все это добавилось, теперь знают, что и русские делают то же самое. Ну, русские, российские, да, мы не знаем, они русские там или буряты, или кто еще. Понятно. Вот Аля Петрова все-таки просит уточнить. Я правильно поняла, если выбирать между Шойгу и Навальным, то лучше Шойгу? С моей точки зрения, да. Объяснить почему. Про Навального, мне кажется, я уже понял, а про Шойгу еще нет. То есть про Навального это точно ужасно. А Шойгу еще не знаю, может тоже ужасно, но пока не знаю. А хотя бы какой-то вменяемый реальный вариант есть с вашей точки зрения? Ну, конечно, нет. Конечно. Как он может быть, потому что с вами обсудили? А у России хотя бы есть один выход, который не очень плохой? Или куда Россия не шагай, все будет одинаково плохо? О, нет, я не сказал, что одинаково плохо. Значит, с моей точки зрения, если вот КГБшный заговор, да, заговор, меня все время ругают за ударение, господа, я уехал 45 лет тому назад из Советского Союза, и я с ударениями не всегда, там, мне все время пишут, ты там сказал украинцы или украинцы, поэтому ты враг украинцев. Вот. Меня, извиняюсь, мама моя все время тоже ругала, значит, вот. Мы уехали в 73-м году, значит, оттуда. И мне вот, ты что говоришь, как ты стал произносить слова? Извиняюсь заранее. Так вот, если... я не знаю про внутри, поэтому я все время говорю снаружи, да, про снаружи. Если придет руководитель, который... На самом деле, какой человек никого не волнует. Волнует, как он будет действовать, правильно? Человек может быть ужасный. Не знаю, Трамп может быть там, не знаю, там... режет своих жен на части тихонечко, а они кричат. Но если он делает, мы этого не знаем, да? Но если он делает потрясающее для Америки, то может, чех плохой, не знаю, но президент потрясающий. Так вот то же самое и в России. Мне совершенно все равно, какой будет человек. Он может там кушать на завтрак своих подчиненных или там наоборот, синяя борода. Но если он отказывается, знаете, чем, что такое Россия? Россия сегодня – это региональная держава, не Китай – всемирная держава, не Америка – всемирная держава, да, а региональная держава, то есть больше, чем все его соседи, которая для того, чтобы на нее обратили внимание, все время делает пакости. И пакости серьезные. То там пожар на полях, значит, стреляют по каким-то саудовским, значит, этим самым нефтяным полям, значит, чтобы, естественно, увеличить стоимость нефти, да, то устраивают какие-то там взрывы, то посылают своих солдат в Венесуэлу, то в Африку там. То есть все время какие-то, вся страна живет как террорист. Страна террорист. Вот если бы, скажем, палестинские террористы там не взрывали ничего, да, а просто мирно бы требовали чего-то, да, то думаете, на них бы мир обратил внимание? Нет. Но они взрывают, поэтому от них надо избавиться, потому что очень плохо, да. Значит, избавиться как? Либо уничтожить, либо, так сказать, умаслить. То же самое с Россией. Есть два варианта, как с Гитлером. Тогда, так сказать, Гитлер стал вот то, что сейчас происходит в России. Гитлер был региональная держава, которая начала делать гадости. То захватит кусочек, то в Австрию зайдет маршем, то французскую часть там чего-то, так сказать, отберет, то кого-то расстреляет, то кого-то... Ужас какой-то, да? И вот Европа занималась то, что называется appeasement, то есть ублажение. То есть, ой, ну хорошо, ну да ладно, ты хочешь вот этот кусок судетов, да? Ну хорошо, ну возьми. Ну он же никуда дальше не пойдет, он просто судет хочет. Ой, он хочет еще теперь кусочек там. Понятно. Леон, вынуждена перебить. У нас сейчас эфиры с гостями ровно 45 минут, а мне надо еще один важный вопрос вам задать. Зрители, дорогие, я вас прошу, вы заслушались, к
кто забыл поставить лайки замечательному, значит, гостю, обязательно поставьте и не забудьте поделиться. А вопрос у меня такой. Вот с этой вот политикой, которую ведет сейчас Кремль, все-таки дотянут они до 24-го года или не дотянут? Ну, а мы выясним это в конце 2021 года, когда нефть ухнет, да, когда 40% нефти перестанут добываться. А я думаю, что приблизительно на это время, 2022 год, и Кремль готовит какие-то свои перемены, свои рокировки и тому подобное. Я не предсказатель, не оракул, к сожалению, не могу вам этого сказать, но власть крепкая, затянет гайки и расстреляет еще несколько человек, и удержатся. Стрелять они будут много или так, умеренно? Не нужно, уже давно выяснено, что для того, чтобы повернуть народ куда-то, нужно обнаружить, кто есть точки, точки вот такого influence, точки воздействия. Понятно. И эти точки убрать. Так, ну что, друзья, зрители, большое спасибо нашему замечательному гостю. И, Леон, раз в месяц мы с вами, наверное, так и будем, если вы не против, встречаться на канале. С удовольствием. Спасибо той зрительнице, которая решила, что я номер один, а Трамп номер два. Это ваша постоянная подписчица. Видите, как получается? Ваши подписчики и мои подписчики – это зачастую одни и те же люди. Так что нам судьбой предопределено дружить. А и зрители дорогие, через несколько минут начинается новостная передача «Жесть как есть». Леон, до встречи. До свидания.